Салют, братишки, с громким микрофоном, мистер Кей, это вновь Union Roleplay. Я, как вы помните, вступил в Баллас, то есть ушел из групп, вступил в Баллас и обещал все-таки поучаствовать наконец-то в жестком капте. И, кстати, каптить мы будем сегодня грув, как я понял. Давайте, вот капт с начала с минуты на минуту, я пока здесь общаюсь с ребятами. Давайте сделаем себе оружие, я очень хочу... Узишку себе сделать. И, ну, в первую очередь, дигл сделаем. Давайте сделаем дигл. 21 патрон. Так, 43 ID у меня. Ваша банда восстановилась и снова может участвовать в сражениях. Так. Давайте сядем в машину нашу, чтобы заранее поехать, там все дела. Хотя можно вон туда сесть. Давайте сядем лучше к нашим ребятам, чтобы не потеряться. Четвероверку засядем. Нас вроде как не очень много, но не думаю, что грув. Ну, в принципе, я думаю, что грувы не больше. А тут были еще ребята, куда-то уехали. Так, давайте сделаем пока себе еще оружие. УЗИ. Так, я набрал себе 300 патронов. Давайте сделаем УЗИ соточку. И что можно еще? УЗИ я просто так для понтов, разумеется, беру. Давай М4 еще сделаем. Тоже где-нибудь 150. А у меня недостаточно патронов. Слушай, странно. На УЗИшку очень много ушло у меня, получается. А сотку нет. Нет, не получается. Давай 80. И 80 нельзя. 50. И 50 нельзя. Слушайте, как-то печально все. Я не знаю, где смотреть. 30. Ну, окей. Будет у нас тогда все по минимуму. Но ничего страшного. Наверное, надо в следующий раз... покупать более такие мощные оружия, а не брать УЗИшку, которая чисто для понтов. Хотя не знаю, может я и с ней смогу затащить. Меня также предупредили, чтобы я держался во время капта подальше от групп, потому что они стараются зажать нас каким-то образом. Я еще ни разу не участвовал в каптах на этом сервере, и для меня это в новинку, так что будем пробовать это дело вместе с вами, друзья. И кстати, залетайте на Union Roleplay, залетайте в Баллас, где я сейчас и состою, будем тащить с вами вместе. Опа, на одну из наших зон напали, и мы загружаемся в уже привычную мясовозку, к нам тут еще врач забежал, не знаю, что он будет с нами делать, наверное, лечить или еще что-то. Не знаю, как вот наркотики решают тут, потому что я... Как бы употребляю наркотики, и вроде как дается мне 30 хп, но сколько можно по максимуму закидываться, я не в курсе. И как вообще установлены правила, я тоже не в курсе, но употреблять не буду уж во время капта. Кстати, дилер стоит. Нашел всего лишь 4 дилеров, мне тут показал Бобби Линкольн. Его в машине нету. Ну вот, он мне показал как раз таки, что-то как. Опа. Вот, начинается война, ребята. Наконец-то! То, чего мы так долго ждали. Здесь всего лишь 2 грувца, так что давайте надерем им зад. Просто удрал с территории. Ну ладно, давай вернемся в квадрат. Нападем на того. Окружим его. Я не знаю, что там с ними. Что можно будет сделать. Где он там? Где он там? Это мой должен быть. Его уже застрелили. Но, кстати, тем не менее, почему-то на счетчике 4-5. Хотя я даже не видел, как вообще... Грув нас мочили. Вообще очень странно. И кого мы пятером могли убить? Или как это вообще подсчитывается? Это же киллы должны быть, по идее, да? Очень странно. Ну как тебе? Ну что, как тебе? Как-то тихо. Как? Что, как мне? Ну там, кстати, бежит. Бежит, грувец. Давайте, надерем ему зад. Что он там бегает? Встал за нашей машиной и стоит. Надо поближе подойти. У меня, блин, у меня патронов уже мало тут осталось. Надо как-то вперед к нему идти. Может, даже я его сейчас застрелю, не знаю. Какой-то он непробиваемый, мне кажется. О! Только он что-то пропал. Офнулся, что ли? Охренеть, просто взял и офнулся от смерти. Но это неправильно. Это неправильно. Фокс, УЗИ нельзя. Ух как.
Нарушение правил капта. Откуда же я знал, что УЗИ нельзя? Меня как-то никто не предупредил. Ну ладно. Посидим, получается. Впервые решил поучаствовать в капте и сразу УЗИ нельзя. А зачем тогда УЗИ создали, интересно? Кстати, есть еще один чувак. Бобби Линкольн тут тоже сидит. За что тебе? Ну и пока я тут сижу, еще хочется пару слов о серии сказать. Ну, во-первых, глупо, что запретили УЗИ. Это реально глупо, зачем тогда их продавать? Учитывая, что они дамажат намного меньше, чем тот же Дигл или Эмка или другое скорострельное оружие. Они реально мало дамажат, эти УЗИшки, поэтому их и не используют на большинстве серверов. А во-вторых, кстати, вот смотрите, сейчас по Москве 7 часов, а на сервере 21.03. Очень странно, потому что, опять же, видимо, у них сервер стоит где плюс 2 часа от Москвы. Следовало бы им подправить это положение, но неудобно ориентироваться. В принципе, это все, что я хотел сказать. Будем ждать окончания капта. Ряды преисподней пополняются с каждой минутой. Теперь здесь уже 3 грувца и 2 балас. И один голый мужик. Кого здесь только не встретишь, конечно. 3, 2. Вы проиграли сражение за территорию. Ёпта, мы проиграли. Хотя он лидер пишет, типа, Терра наша, не идем. Какая печалька. Все из-за того, что я, ёпта, в преисподней. Как теперь отсюда выбраться, непонятно. Ну, хотя, я уже преувеличиваю, нужно просто отсидеть время. Что ж, ребят, в любом случае, залетайте в Балас. Не получилось на этой Терре, получится на следующей. И помогайте нам отстаивать положение дел. Кстати, как у нас там по территории. Ну, у нас в любом случае лучше, чем по территориям. У нас, по-моему, даже больше всего квадратов есть. Ну, не у нас, наверное, а у Балас, правильнее сказать, потому что я... Это для меня первая Терра была. В любом случае, ставьте лайки под этим видео, подписывайтесь на канал и удачных вам игр, ребята.